Между прочим, у меня есть для вас вот такое сразу же предложение на будущее. Возможно, вы в рубрике «Мода» уже присмотрели на себя платье, либо какую-то блузу, либо какой-то костюм. Знаете, чем его можно дополнить? И я лично уже знаю, вот этими бусами. Потому что эти бусы вы можете заказать вместе с рубрикой «Мода», с тем, что вы успели присмотреть в рубрике «Мода». То есть, смотрите, чтобы было понятливее, вы можете заказать буквально что-то из рубрики «Мода» и в эту же корзиночку положить вот эти бусы. Это у нас бусы из гематита. Посмотрите, какие они необычные. Называются эти бусы «Звездная ночь». И действительно, в них есть что-то от звезд и что-то ночное. У меня ассоциация почему-то именно с космосом. Такой магический, загадочный минерал. Итак, встречайте, бусы «Звездная ночь» по такой магически привлекательной цене 899 рублей. Что такое гематит? Вот смотрите, его название происходит от слова «гема». Это слово переводится как «кровь» с латыни, и связано это с тем, что если вы сейчас будете внимательны, если вы всмотритесь в отблески этого камня, вы сможете увидеть, что здесь присутствуют вот как будто бы в глубине такие бурые, красноватые отливы. Ну, именно поэтому за такой, действительно, кроваво-красный оттенок этот камень и получил название гематит. У него, между прочим, много различных названий. Его действительно еще и кровавик называют. Ну, мне, честно, не очень нравится это название. Какое-то оно неромантичное. Знаете, у него даже есть еще и название «железная почка». А я вам даже объясню, с чем это связано. У камня гематита, у этого минерала, есть лечебные свойства. И в первую очередь, конечно же, он влияет на кровеносную систему. Если у вас давление понижено, то вам поможет этот камень, эти бусы. Ну, а также, еще к тому же, его используют и при лечении болезней почек. А еще у него есть одно действие волшебное. Может уберечь от сглаза, от наговора, знаете, от, скажем так, недобрых помыслов других людей. И в Древнем Египте именно из гематита различные обереги, которые защищали людей от плохих мыслей окружающих, и вырезали. Вам знакомо такое изделие, как гематитовый браслет? Действительно, из гематита действуют еще и браслеты. Как правило, они имеют какую-то застежку. Я думаю, вы догадались, к чему я клоню. У них, как правило, на магните застежка. В чем прелесть такой застежки? В том, что вы без посторонней помощи обойдетесь и сможете застегнуть эти бусы, это ожерелье. Ну и более того, эта застежка делает бусы очень гибкими. Я сейчас объясню вам, что я имею в виду. Запросто эти бусы вы можете носить, они даже будут цепляться буквально на вашей руке. Вы можете носить их как браслет. Причем браслет абсолютно неважно какой ширины, какой вы сами захотите, и при этом еще в несколько, допустим, смотрите, можно сделать ту же, в несколько нитей вы можете этот браслет заплести, опять-таки же, как вам захочется. Вот мне нравится, когда очень плотное плетение у таких бус из гематита, вы видите. Я лично себе их приобрела сразу же, но потому что это какое-то особое изделие. Я вам уже сказала, что у меня гематит ассоциируется с какой-то буквально космической магией, с чем-то необычным, недосягаемым. Со звездной ночью. Но всегда есть какая-то тайна в звездной ночи, скажите. Вот с этой таинственностью мне гематит ассоциируется. Поэтому я эти бусы себе сразу приобрела. Но в первую очередь, чтобы их носить именно как браслет. Мне нравится, как это выглядит таким образом. Как я вам уже сказала, у этого камня есть лечебные свойства. Он влияет в первую очередь на кровеносную систему. Конечно же, положительное влияние оказывает. И кроме того, еще и почки лечатся именно с помощью этого камня. Так утверждают литотерапевты. И даже кровотечение им останавливается. В Древнем Риме, могу вам сказать, знатным, только знатным дамам во время родов давали четки именно из гематита, для того, чтобы они не потеряли слишком много крови. Эти бусы «Звездная ночь», в частности, у нас в эфире появляются сегодня впервые. То есть у нас просто одно историческое событие за другим следует сегодня в эфире. Огромное количество различных новинок, премьер. И я очень надеюсь на то, что... Да что уж, я даже уверена, что каждая из вас среди этой премьеры нашла своего любимчика, либо свою любимицу, то есть изделие, новое изделие, в которое вы влюбились и которое вы теперь будете носить, не снимать.